Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник конкуренции». Сегодня мы поговорим о реформе контрольно-надзорной деятельности, которая в данный момент проходит в Российской Федерации. И я представляю вам наших гостей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятии Потапова Елизавета Ивановна. Добрый день, уважаемые слушатели! Здравствуйте. И заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьмина Елена Андреевна. Добрый день. Здравствуйте. Итак, я напомню вам, уважаемые телезрители, что в декабре прошлого года была утверждена программа реформы контрольной и надзорной деятельности. Срок реализации этой программы до 2025 года. В программе принимают участие 12 контрольно-надзорных органов. И сегодня у нас с вами есть прекрасная возможность узнать у представителей двух федеральных надзорных ведомств о том, как эта программа реализуется. Но для начала хотелось бы уточнить, какие полномочия в сфере каких видов деятельности, контроля осуществляют ваши службы. Елена Андреевна, пожалуйста, расскажите про Роспотребнадзор. Ну, говоря о полномочиях органов Роспотребнадзора, надо сказать, что в первую очередь это, конечно, осуществление государственного федерального санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства. Это контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных документов, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей, а также контроль за соблюдением правил торговли отдельных видов товаров и оказания услуг. Ну, кроме того, органами Роспотребнадзора осуществляется санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Мы оказываем ряд государственных услуг. Ну и, конечно, не менее важным направлением деятельности является установление причин и условий возникновения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний. И вот реализация вот этих наших полномочий, она осуществляется посредством проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе которых устанавливается соблюдение ими требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также требований в сфере технического регулирования. Говоря другими словами, это исполнение требований технических регламентов Таможенного союза. Ну и, конечно же, посредством обращений, которые поступают регулярно в нашу службу, тоже осуществляется надзор вот за теми всеми видами деятельности, которые я сказала. И как часто обращается ваша служба? И вы по каждому обращению проводите проверочные мероприятия? Ну, обращаются в службу часто, так скажем, да, ежедневно поступают обращения. Вообще, в целом отмечается тенденция к росту обращений, которые поступают в органы Роспотребнадзора. Эта тенденция, она типична, скажем, не только для Республики Бурятия, в целом для нашей страны. Это тоже объяснимо, да, поскольку юридическая грамотность растет нашего населения, и люди обращаются в органы Роспотребнадзора. Надо сказать, что за последние 2-3 года ежегодно в органы Роспотребнадзора поступает свыше 6 тысяч обращений. Вот только за текущий период 2017 года уже в центральный аппарат управления, территориальные отделы, которые у нас работают в районах нашей республики, поступило порядка 5 тысяч обращений, которые рассмотрены. Но, возвращаясь к первой части вашего вопроса, не во всех случаях, конечно, проводятся внеплановые проверки, да, поскольку обращения могут носить просто такой информационный характер, который достаточно дать разъяснение нашим потребителям, и как бы они будут удовлетворены этим обращением. Ну а в тех случаях, когда действительно, может быть, в обращении уже присутствуют какие-то факты, мы можем сделать вид, что возможны нарушения законодательства защиты прав потребителей, да, организуются внеплановые проверки. Но вот в связи с тем, вот с нашей тематикой сегодняшнего разговора, да, мне бы хотелось напомнить еще раз, что 294-й закон наш основной, да, по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесены изменения, которые как раз несколько сокращают возможность проведения внеплановых проверок органами Роспотребнадзора. Если ранее при обращении, так скажем, однозначно принималось решение при проведении внеплановых проверок, то на сегодняшний день мы ограничены все-таки рассмотрением предварительно претензионного характера, да, данных обращений. То есть наш потребитель, по его мнению, если он считает, что его права нарушены, он должен сначала обратиться все-таки
к тому юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю, который, по его мнению, нарушил его права, и постараться решить этот вопрос в претензионном характере. И только после того, когда этот вопрос не будет удовлетворен, это будет являться основанием для проведения внеплановой проверки. Вот, пользуясь сегодняшним случаем, мне бы хотелось обратиться к уважаемым нашим предпринимателям, юридическим лицам, которые предоставляют услуги населению нашей республики, воспользоваться вот этим положением 294 закона и не дожидаясь внеплановой проверок проводить, удовлетворять требования наших потребителей. Угу. Елизавета Ивановна, какие сферы деятельности контролирует антимонопольная служба? Вообще антимонопольный орган довольно новый, да, то есть он, в отличие от Роспотребнадзора, который исторически, собственно, существовал, да, в виде санэпиднадзора в нашей стране, мы институт рыночной экономики. И потому сущность законодательства антимонопольного направлена как раз на соблюдение всеми хозяйствующими субъектами и органами власти любого уровня конкурентных правил. Потому базовым нашим законом 135 о защите конкуренции предусмотрен контроль и выявление и предупреждение нарушений как органами власти, так и хозяйствующими субъектами. Поэтому, безусловно, речь идет не только о защите конкуренции, но и о законе рекламы, например. И, безусловно, конкурентным должно быть поведение хозяйствующих субъектов при закупках государственных и муниципальных. Это тоже наша сфера. То есть оба закона 223 и 44 относятся к полномочиям антимонопольного органа. Но здесь надо сказать, что и у субъекта Российской Федерации, у нас в республике это Министерство финансов, есть такие полномочия в сфере контроля за закупками, но они ограничиваются уровнем муниципальной и государственной республиканской власти. Все, что касается федеральных заказчиков, это полномочия исключительно антимонопольного органа. И особенностью нашего контроля в этой сфере является также тот факт, что при проведении электронных аукционов, если какие-то нарушения выявляются, то это тоже полномочия только антимонопольного органа. Стартовавшая программа реформы контрольно-надзорной деятельности предполагает кардинальное изменение самого подхода к государственному контролю. Вот хотелось бы поподробнее немножко узнать, в чем заключаются эти изменения. Ну, вообще, как бы годами представители бизнеса, ну, в частности, при обращении в наш орган, говорят о том, что очень сильное давление, невозможно развивать бизнес. Ну, вот касаясь ситуации в нашей республике, здесь ситуация, наверное, связана не сколько с давлением в сфере нормативно-правовых актов, а сколько с именно экономическим обстоятельством. То есть это очень высокий уровень затрат, связанный с тарифами на электроэнергию. Кстати, это тоже полномочия антимонопольного органа. На сегодня Центральный аппарат ФАС России рассматривает все тарифы, которые устанавливаются в сфере ЖКХ, в частности. Ну и не только в сфере ЖКХ. И вот хотелось бы, конечно, обратить внимание на тот факт, что новым является как раз в сфере антимонопольного контроля как бы снижение давления на бизнес введением института предупреждения. Четвертым антимонопольным пакетом с января 2016 года, вот уже почти два года, тенденция по всей нашей системе явная, что доля возбужденных дел, которые влекут для хозяйствующего субъекта правонарушителя привлечение к административной ответственности, а если нарушается норма, связанная со злоупотреблением доминирующим положением, то там оборотные штрафы. Так вот, институт предупреждения как раз направлен на то, чтобы эту нагрузку на бизнес снизить. И вот на минувшей неделе конкуренции, которая проходила в Великом Новгороде, это город, являющийся колыбелью российской государственности уже более тысячи лет, где Веча принимала акты, и им все следовали, как раз обсуждался вопрос о том, что, к сожалению, предприниматели очень часто не соглашаются с предупреждением и идут в суды. В нашей практике тоже вот три инстанции субъект естественной монополии проиграл. То есть, получается, он такую возможность не использовал. И теперь мы будем вынуждены возбуждать административное производство, и дело закончится штрафом. Поэтому хотелось бы обратить внимание предпринимателей, что когда надзорный орган выдает предупреждение, то внимательно, наверное, с учетом и судебной практики, и практики территориальных органов ФАС России, изучать это и делать адекватные выводы. Потому что, как правило, мы
безусловно, это все изучаем и выносим такое решение в виде предупреждения, которое как бы могло бы освободить представителей бизнеса от вот такой административной нагрузки в виде штрафов. Но тем не менее снижение административного давления, снижение количества проверок не может ли повлечь, наоборот, увеличение нарушений со стороны предпринимателей? Как вот эта дилемма решается в новой реформе? Ну, вообще следует сказать, да, что все-таки основным принципом закона федерального 294-го является презумпция добросовестности наших юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, да, при осуществлении своего вида деятельности. То есть изначально заложено априори, что данные лица должны соблюдать санитарно, ну, говоря о нашей службе Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические требования, антимонопольного законодательства и так далее. Поэтому снижение административных барьеров, оно все-таки больше нацелено на, так скажем, как мы говорим, законопослушных предпринимателей, да, которые соблюдают санитарные требования, которые не создают риски возникновения заболевания, это в лучшем случае, и, не дай бог, даже и бывают у нас и летальные случаи. То есть все вот эти риски касаются их. Ну и надо сказать, что действительно данная работа по снижению административных барьеров, она не начата сегодня, она проводится уже давно, да, порядка уже, надо сказать, что вот с 2010 года в нашей службе уже значительно упрощен разрешительный порядок выдачи, да, различного рода документов, в частности, полностью отменена выдача санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию, на объекты, как это было ранее, введен уведомительный характер. То есть наши индивидуальные предприниматели, юридические лица, для того, чтобы начать свою деятельность, достаточно просто подать уведомление в органы Роспотребнадзора о начале осуществления деятельности. Но при этом подразумевается, что все-таки ими соблюдаются все необходимые обязательные требования. Ну и как бы следующим этапом, так скажем, уже более современным, является внедрение рискориентированной модели при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Поскольку федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является одним из пилотных районов, то есть внедрение данной модели мы уже начали, подготовка была в 2016 году, в этом году, можно сказать, мы уже работаем по данной модели. Мы уже подготовили план проверок проект на 2018 год, тоже с учетом этой рискоориентированной модели. Что это такое, рискоориентированная модель? Основным принципом, конечно, здесь является дифференцированный подход к проведению проверок в зависимости от того, какой риск представляет объект для здоровья населения, в частности, нашей Республики Бурятия. То есть вся деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в Республике Бурятия, она у нас в соответствии уже с утвержденными, конечно, критериями разделена на 6 категорий опасностей. Чрезвычайно опасные, опасные, значительные, средние, ну и так далее, до малоопасных. И в зависимости от того, к какому классу опасности или категории риска относится объект, определяется кратность проверок, ее продолжительность, формы проверок. Ну, для примера, чрезвычайно опасные, предположим, объекты подлежат проверке ежегодно, а абсолютно безопасные, они вообще исключены из проверок, либо заменяются проверки на документарные формы контрольно-надзорных мероприятий. Но опять еще раз повторюсь, все-таки вот эти все мероприятия, они настроены на законопослушных предпринимателей. В частности, одним из критерий отнесения групп к определенной группе, да, опасности является результаты ранее проведенных проверок. То есть учитывается действительно законопослушность предпринимателей. И то есть если предпринимателям не нарушаются санитарные требования, у него есть возможность перейти в менее опасный класс опасности. Естественно, значит, значительно сокращается кратность проверок, а вот еще раз повторюсь, возможно, и полностью он будет, как бы, на этом объекте не будут проводиться проверки. То есть как результат внедрения рискоориентированной модели является, так скажем, переориентировка, да, переход от законопослушных предпринимателей именно к тем предпринимателям, которые все-таки осуществляют деятельность с грубыми нарушениями и в отношении которых, естественно, должны проводиться и плановые проверки. Ну и это как бы одна часть. И, конечно же, есть еще ряд мероприятий. Действительно, на сегодняшний день у нас приоритет именно профилактической направленности, то есть направленный уже на предупреждение совершения различных правонарушений, но в частности в области санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Я хотела бы добавить. Дело в том, что вообще как бы всем же очевидно, нам, по крайней мере, не только участникам пилотного этого проекта, да, 12 ТРМ, всем надзорным органам очевидно, что цель будет достигнута, и
собственно говоря, необходимость этой реформы контрольно-надзорной деятельности обусловлена необходимостью снижения давления на бизнес, во-первых, во-вторых, все-таки улучшением качества контрольно-надзорной деятельности. И самое-то главное, о чем сказала Лена Андреевна, мы все-таки должны снизить или минимизировать ущерб, который наносится хозяйствующим субъектам в ходе проверок. Вот. Но поскольку антимонопольный орган имеет право точно так же, как и другие надзорные органы, на плановые и внеплановые проверки. Плановые проверки, конечно, согласуются с прокуратурой в рамках 294 закона. Они все на сайте Генпрокуратуры вывешены. То есть предприниматель, который действительно взявшись за ГУШ, что называется, получив статус индивидуального предпринимателя или в форме там юридического лица, он несет ответственность, как любой другой гражданин, любой субъект права и деятельности. Поэтому вот сейчас в рамках как бы антимонопольного законодательства поощряется принятие хозяйствующими субъектами комплаенса. Комплаенс – это как бы, ну, если проще говорить, это своеобразный кодекс конкурентного поведения, который устанавливается самим хозяйствующим субъектом. И такой, в общем-то, богатый опыт уже имеет компания «Балтика». Если кого-то заинтересует, они могут зайти на сайт и увидеть это. А в связи с тем, что вот в результате анализа нарушений центральный аппарат выявил, что значительная часть происходит в сфере ЖКХ, а ЖКХ у нас, конечно же, представлен субъектами сетевыми, то есть естественных локальных монополий, то как раз вот и рекомендуется, чтобы они разработали этот комплаенс, вывесили его на сайте, были максимально прозрачны и доступны. И в этом случае, если они этот комплаенс разрабатывают, сейчас рассматривается проект, то они вообще могут быть освобождены от проверок. То есть если Роспотребнадзор 6 классов там опасности, да, выявил, то у нас вот подход на сегодня, ну, ввиду специфики деятельности, вот направлен на то, чтобы хозяйствующие субъекты действительно, если они считают, что они себя добросовестно ведут, то вот эти правила добросовестного поведения в виде комплаенса были бы публичными. Ну, одним из важнейших элементов реформы является повышение открытости системы госконтроля, в том числе путем проведения так называемых публичных мероприятий, публичных обсуждений, на которых подконтрольные субъекты могут задать вопросы специалистам надзорных ведомств и получить необходимые ответы. Вот, Елизавета Ивановна, в антимонопольном ведомстве такие мероприятия уже проходили, как вы можете оценить их результат? Ну да, конечно, вообще любой из 12 органов обязаны раз в квартал организовывать общественные слушания. И для этого за 2 недели до этой даты мы обязаны разместить на своем сайте, так же, как другие коллеги, доклад, в котором итоги деятельности подводятся за прошедший период. Ну, это касается территориального управления, а также центральный аппарат также размещает доклад, в котором содержится, во-первых, правоприменительная практика, которая обобщена уже, и целью вот этих докладов является как бы публично сказать, как можно себя вести и как не нужно, и чем это будет грозить им. Вообще, как бы, возвращаясь к вашему вопросу, мы проводили уже 2 эти слушания. В первом квартале, более того, уже в первом полугодии открытое правительство подвело итоги с учетом опроса хозяйствующих субъектов, общественности. И мы в Республике Бурятия, антимонопольный орган, занял 2 место после ветнадзора, по-моему, да, набрав 75 баллов. А в системе территориальных органов ФАС России мы вообще оказались с такими баллами, 75, да, на 1-м месте. И коллеги меня многие спрашивали, а что же вы такое сделали, чтобы оказаться на 1-м месте? Субъектами общественных слушаний, безусловно, являются сами представители бизнеса, представители органов власти любого уровня, естественно, представители общественных организаций. И вот, проводя анализ, кто к нам приходил, надо с грустью, наверное, отметить, что представителей бизнеса было очень мало, как на первом слушании, так и на втором. Мы как бы обсуждали с коллегами, почему такое происходит. И, ну, как предположили, наверное, что
максимальная прозрачность антимонопольных органов, когда каждое решение, вообще любой акт, заявление публикуется, то есть у хозяйствующих субъектов, так же, как у должностных лиц органов власти, всегда есть возможность, не посещая, я так полагаю, общественное слушание, получить ответ на свой вопрос и понять, как себя вести. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, обратить внимание, что раз целью контрольно-надзорной деятельности является как раз как бы соучастие представителей бизнеса, да, то, наверное, надо им более активно принимать участие в работе вот таких советов, что ли, общественных слушаний, чтобы мы тоже видели обратную связь. И тогда, конечно, можно надеяться на более эффективные результаты при проведении контрольно-надзорной реформы контрольно-надзорной деятельности. Елена Андреевна, Роспотребнадзор также проводит такие мероприятия? Ну, конечно, Елизавета Ивановна сказала, это требование единое для всех контролирующих органов, поэтому, конечно, мы тоже являемся не исключением. Да, у нас тоже уже проведены дважды публичные слушания. Пользуясь случаем, мне бы хотелось обратиться, в первую очередь, конечно, я хочу обратиться к бизнес-сообществу, что 12 октября текущего года у нас состоятся уже третьи публичные слушания по итогам третьего квартала, где, вот как говорила уже Елизавета Ивановна, будет дан анализ подробный правоприменительной практики. Хочу пригласить всех на данное слушание. У вас будет возможность задать интересующие вас вопросы, получить какие-то разъяснения, может быть, по непонятным вопросам, по интерпретации санитарных требований, требований в сфере защиты прав потребителей. Но я бы хотела сказать, что проведение публичных слушаний – это как бы не единственная мера, да, которая вот тоже направлена, конечно, на снижение административных барьеров, повышение информированности. Во всех органах, я знаю, и в антимонопольной службе, и у нас, конечно же, на сайтах, официальных сайтах размещены в первую очередь все нормативные документы, да, которые на сегодняшний день пользуются контрольно-надзорные органы, которые необходимы, наверное, для деятельности наших предпринимателей. То есть полный перечень требований, он имеется в открытом доступе, прозрачном доступе. Кроме этого, активно мы вот за последние годы именно ведем работу именно такую в профилактическом направлении, то есть это проведение семинаров, конференций, да, различных. У нас ежеквартально с этого года проводится день открытых дверей именно для предприниматели, когда могут подойти, тоже прийти. У нас готовятся специалисты с каждого профильного подразделения для того, чтобы ответить на какие-то интересующие вопросы. То есть вот работа именно вот по информированию, профилактической работе ведется очень активно. И мы всегда рады, рады видеть наших предпринимателей, ответить на все их вопросы. Соглашусь с Елизаветой Ивановной, что действительно не всегда они проявляют такое желание, готовность к этому, не всегда, так скажем, первые лица присутствуют, да, на таких вот рода совещаниях. А нам бы все-таки, конечно, хотелось, чтобы присутствовали руководители первого звена, поскольку они принимают все решения такие вот. И всегда мы приглашаем на наши мероприятия. Ну и кроме того, я хотела бы сказать, что вот эта работа, она не прекращается, она в постоянном продолжении, вот буквально уже почти год, наверное, да, внесены изменения федеральным законом 277, все тот же наш 294 федеральный закон, да, который тоже вот определил вот эту профилактическую направленность, а также проведение проверок, как мы говорим, без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. То есть не выходя на объект, да, как скажем, не беспокоя наших предпринимателей, осуществляется проверка, которая предусматривает получение сведений, ну, положим, через соцгик-мониторинг, может быть, по анализам обращений граждан, да, там, может быть, какие-то информации проходят в средствах массовой информации от органов государственной власти, на основании которых мы уже можем дать какие-то предложения. Вот на сегодняшний день мы уже выдаем предостережения, так называемые, да, по прекращению выявления, допустим, нарушений, которые, возможно, нами выявлены и, по нашему мнению, вызывают риски возникновения, предположим, угрозу для здоровья и жизни населения. Да, вот эта работа нами начата, она будет продолжаться. У нас, на, так скажем, ожидается внедрение контрольных листков. Это такой перечень вопросов, да, по которым даже и предприниматель может определить, отвечая на вопросы, соответствует мой объект санитарным требованиям, либо не соответствует. Да, и в соответствии с которым контролирующие органы и должны проводить проверку и не выходить за пределы, так скажем, да, вот этого перечня контрольных вопросов. Мы ожидаем внедрения контрольной закупки, то есть когда будет как бы моделироваться, да, такая система сделки, в ходе которой мы тоже можем выяснить несоблюдение требований к продукции, здесь, конечно, в первую очередь, да, качество ее безопасности, но и также правилам оказания услуг, ну и так далее. То есть эта работа, вот она, надо сказать, на законодательном уровне достаточно проработана,
Но наша задача контролирующих органов реализовать, что мы, в общем-то, и делаем на сегодняшний день, да? И будем делать. И будем делать, да. Ну что ж, я благодарю вас за интересную беседу. Я думаю, предприниматели в первую очередь получили полезную информацию из нашей сегодняшней встречи. Уважаемые телезрители, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире.